Решение вопроса масштабируемости биткоина срочно необходимо для более эффективной обработки транзакций. Мемпул сети биткоина, область для всех ожидающих и неподтвержденных транзакций, достиг рекордно высокого объема в 119 мегабайт. Это означает, что многие транзакции остались неподтвержденными и не были занесены в блокчейн биткоина. Проблема размера блока также должна быть решена, так как средний размер блоков биткоина приблизился к предельному размеру в 1 мегабайт и на сегодня составляет приблизительно 988 килобайт.